Всем здравствуйте! У знаменитостей декабрь, напряженная пора. Артисты активно выступают на корпоративах, развлекая толстосумов. Звезды не скрывают, перед Новым годом они зарабатывают огромные деньги, на которые потом живут едва ли не полгода. Одним из немногих, кто остался без миллионов, оказался Александр Розенбаум. Певец признался, на корпоративах он не выступает. «Вы меня путаете с другим цехом», — объяснил артист. «Я не отсюда, у меня нет никаких корпоративов». Впрочем, Александр Яковлевич и без новогодних миллионов чувствует себя прекрасно. Артист уверяет, огромные деньги ему не нужны, привык жить весьма скромно и не кичиться своими доходами. «Я веду простую жизнь и не развращен богатством», — объясняет артист. «Мне всего хватает. Я обычный нормальный человек. Богемная жизнь не для Розенбаума. Его часто можно встретить и в обычном продуктовом магазине, и даже в метро. Я не аскет, знаю все цены на продукты, потому что сам совершаю покупки», — продолжает артист. «В магазины хожу спокойно, без излишней конспирации. Да, бывает, узнают, но в этом ничего страшного нет. Я не играю в эти игры, звезды, сумасшедшие фанаты, папарацци. Народ, который меня знает, нормальный, не рвет на мне пиджаки. Кого мне бояться? В метро тоже спускаюсь. Не часто, но бывает. В подземке на меня тоже никто не бросается. Конечно, чтобы поменьше узнавали, надвигаю кепку на лицо, снимаю очки. Сейчас такое время, хорошо быть в маске. Поэтому никаких проблем нет. Я нормальный человек, и люди, которые меня окружают, такие же», — поясняет артист. «Мои друзья — настоящие мужчины. Какие они? Те люди, которые приносят пользу своим трудом. Настоящий мужчина может играть в шахматы, может выращивать кукурузу, делать операции, петь песни или снимать кино. Главное, чтобы он делал это честно, толково и с пользой для страны, в которой живет. Мои друзья, их немного, но они все мужчины. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.